Доброго ранку всім. Хочу для вас заспівати дуже гарну, з дитинства знайому мені, пісню, українську пісню. Дуже, вона для мене дуже дорога, і вона навіює мені пам'ять. Бабушка моя співала цю пісню, я пам'ятаю, і дуже вона душевна для мене, і хочу подарувати вам її, вам, цю пісню. В'ється, наче стрічка, неспокійна річка, тулиться близенько до підніжжя гір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті, що сховалась у зелений бір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті, що сховалась у зелений бір. Як з кімнати вийде, на порозі стане, і аж блищать красою широчінь ріки. А як усміхнеться, і ще й з-під лоба гляне, хоч скачи у воду, кажуть парубки. А як усміхнеться, ще й з-під лоба гляне, хоч скачи у воду, кажуть парубки. Не питайте, хлопці, чом я одинокий, берегом так пізно мовчазний ходжу. Там на тому боці загубив я спокій, а туди дороги я не находжу. Там на тому боці загубив я спокій, а туди дороги я не находжу. Та нехай сміється неспокійна річка, все одно на той бік я путі знайду. Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко, я до твого серця кладку прокладу. Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко, я до твого серця кладку прокладу. Всем добрый день, ребятки, я дома зашла только что домой, Степочка меня встретил, мяукает, я ему сегодня чуть-чуть сделала маленькую диету, он вчера со стола, пока перемывалась посуда, украл крылышко одно, и вот целый день я его, ну вот время 3:30, он всего лишь раз поел своего корма, и я говорю, вот догрызай теперь то крылышко, что ты украл. И маникюр, я с маникюра сейчас покажу, и маникюрщице говорю, представляешь, не дала ему ничего кушать. А Таня каже, Лена, ви зараз прийдете, він вас з'їсть. Кажу, ну, мене не з'їсть, але буде дуже мяукать. Так воно і було. Встретив мене носиком в двері, виліз і скорей-скорей до миски, я йому дала кушати, він кушає. Ребятки, ми з Вітей вас хочемо поздравити з праздником. Сьогодні День прапора в нашій великій Україні. Такий день яснує, ми всі його дуже полюбляємо, бо сьогодні всі дітки... Всі взрослі люди ходять у вишиванках, хто має, хто не має, все одно як-то одіти більш-менш нарядно, особливо дітки, всі сьогодні пішли в садочок, всі дуже гарні. Так що цей день в преддверии завтрашнього праздника, він дуже хорошо празднується, і дай Бог всім міра, і щоб мирно його відпраздновати. Ну, понятное дело, это праздник такой, он чисто праздник страны, праздник наших таких украинских цветов. Украинские цвета, жовтый, блакитный, він дуже такие цвета, насыщенные солнцем, радостью. Жовтый цвет пшеница, кукуруза, подсолнух, голубой, это светлое, хорошее небо, красивое море и так далее. Ну, я прославляю свою страну, поскольку я ее люблю, я ее обожнюю, я тут родилась, я тут выросла. Тут наши детки живут, внуки растут, всем пускай будет мир, пускай сбываются мечты всех наших деток и внуков. Сегодня были с утра вместе с Витей у Данечки, отнесли маленькие презентики, но сам факт, хотелось увидеть ребенка, соскучились за ним.
Вот, Витя его еще не видел, как только вот на даче он его видел крайний раз, я еще разочек видела, а это зашли, ой, божечки, Вин, все ж надо показать, говорить не умеет, только пальчиком тыкает, и этому надо удивиться, и этому надо восхвалить эти игрушки, эти медвежатки, подушки и все остальное, потом разбор был пакета, это все индивидуально, именно его такая работа, доставать все, и что мне понравилось, я говорю, Витя, ты глянь, что робы. Цей хлопец никогда не пропадет. Все, что выложил, он подошел до холодильника, открыл дверцу и пальчиком туда, туда ложи, кажу, не пропадет наш парень. Вот, погуляли в здании, потом сходили, скупились. Мы завтра снова в путь дороженьку. Я снова, мы с Витей едем поздравить сестричку с этим днем. Завтра у нас, сами знаете, какой день. Украинцы знают, остальным не очень нужно знать. Хотя многие знают этот день. Завтра еще больше праздник, чем сегодня, поэтому завтра снова поедем в гости, повидаемся, маленькие покупочки сделала в дорогу, все, завтра раненько с утра на огород, сделаем там небольшие дела, буквально там мгновение ока, 10 минут и мы в дорогу, все, поехали. Ну и пришла с маникюра, сейчас чего-нибудь по кухне подшуршу, Витя так не обедал, меня ждал, а я ушла еще в час дня, сейчас 3:30, сами понимаете. Чуть-чуть проголодался, Степа уже поел, ушел, вот, а мы с Витей сейчас покушаем, будем отдыхать, с Юлей созвонилась, с Женей виделась, все нормально, день сегодня снова теплый, хороший, светлый, безветренный, короче, стоит жара, но уже не так, как было, чуть-чуть полегче стало, вот, поскольку тогда была температура 45, была, ну, скажем так, в полутени, то это 50-55 было на солнышке, то сейчас чуть-чуть спала температура, но все равно оно все накалилось, асфальт, дома, все вот это вот такое, знаете, хоть и легкий ветерок, но он совсем не чувствуется, очень жарко. Ну ничего, на то оно и лето, последние денечки лета, да, догорают, не за горами осень, школа, как она будет, что она будет, никто не знает, то есть, ну, там двуякие идут какие-то, пока еще не было точного решения, как оно будет, но, в принципе, потихонечку все готовятся, детки, я у Полечки спрашиваю, хочет, она говорит, ба, нет, я еще не хочу, и Леночка тоже еще как-то, ну, знаете, как всегда, август, даже и Витя говорит детям сегодня, говорил, что август для меня, вот как для взрослого человека, все равно остался таким месяцем немножечко грустным, да, как-то расставаться с летом не хочется, снова школа, как-то пролетело лето быстро-быстро, незаметно, и поэтому вот август, он действительно чуть-чуть с грустиночкой, особенно его крайние дни, себя вспоминаю тоже, классики, резинки, мячики, вся эта беготня, все, а потом раз, и опять тетрадки, пеналы, циркули, дневники, портфели, и опять все заново, и, но раньше-то хоть была школа, как школа, сейчас, конечно, нашим деткам досталось не такое детство, хотя, в принципе, у них, может быть, даже и интереснее, чем у нас, но тут вопрос спорный, у кого было интереснее, нам кажется, со своей точки, что мы там все познали и макулатуру, и зорницы, и металлолом, и речки, и моря, все это было, сейчас чуть-чуть по-другому, у них есть такие телефоны, компьютеры и все остальное. То есть тут палка о двух концах. Кто знает, мир стремится к лучшему, и пускай дети еще больше лучшего и много хорошего познают в этой жизни. Но главное, чтобы они в детстве и в будущем оставались всегда людьми, чтобы у них была цель в этой жизни. И главное оставаться человеком. Душа, она должна быть такой, знаете, живой, стремящийся к хорошему, к движению, к познаниям лучшего, то есть не сидеть на одном месте. На то она и молодость. Пускай они будут счастливыми, добрыми людьми, остаются и будут всегда добрыми. Потому что доброта – это далеко не маловажный фактор. Может быть, человек, знаете, как вот так вот ходишь мимо народа, смотришь на людей, все разные, все... Ну, кто знает, какой он человек, да, добрый он или злой. Но поговоришь, вот даже мимо проходя, или просто встретился с человеком, поговоришь, и ты как-то чувствуешь уже, или он добрый, или как-то так скрытый человек, закрытый. Ну, это надо прочувствовать. Пускай наши детки растут и учатся этому всему. Мы уже научились, наверное. Так, ну и что, в конце покажу вам маникюр. Витя сказал, вау,
такой, ну да, прошлый маникюр был спокойным, таким уравновешенным, таким, знаете, пастельных тонов, такой он мягкий, нежный. Сейчас он такой прямо, ух, вырви глаз, показываю. Вот такой. Вот такой. Эти пальчики вот такие. Как их вам показать? Не могу свернуть руки до кучки. Вот такие. Короче, мне он понравился. Очень интересный, Таня. Талановита людина, вона все бачить, вона чувствує, чого треба, як треба, і форму. І хтось говорив, Лена, заміни форму. Ребят, я не маю длинних пальчиків, і вони у мене коротенькі. Тобто, якщо я зроблю квадратний ноготок, мої пальці будуть обрубані топором. Тому ця модель моя, я її люблю, цю форму. И у каждого есть свое мнение. У меня мнение такое. Вот у меня такие руки. Не то, что я рисуюсь, просто я люблю ухоженные, красивые руки. Все люблю красиво и ухоженно, если вы заметили. И я думаю, что это не есть плохо, потому что тот человек, который за собой ухаживает, тот ценит каждую, ну как личность, как индивидуальность, я чувствую себя именно так. Кто-то живет по-другому и не делает на этом акцента. Тоже правильная позиция. То есть каждый выбирает свое. Каждая рыбка свою глубину ищет. Правда, так и тут. Ребят, ну и еще раз всех с праздником. Желаю вам единственного, чего я вам желаю, это мира и терпения. Все, ну а мы, как всегда, с вами Витя, Лена и уже не голодный Степан. Все, до завтра, мои хорошие. Пока-пока.